Сегодня у нас 11 июня 2024 год. Вот я пришел к домику Надежды Васильевны. Посмотри, как тут Николай Георгиевич трудится. Вот он покосил такую территорию. Вон он ходит. Оружие его наготове против травы. Здесь вот он все выкосил. Старается. Трава растет, у нас дожди в этом году сплошь и рядом. Вот. Вот он покосил. Еще много работы, заросло все. Дожди почти каждый день идут. И трава буйствует просто. Тут у меня же лосиный чеснок растет. Вот он такой он озимый. Тут она все расходила. Пока не резиста вроде бы. Тут у меня лучок посаженный. Вот когда она еще ходила, сейчас посмотрю. Тоже лучок. Тут пока непонятно. Травой зарастает. Там то ли тыква, то ли кабачки. Одну из двух. Ноги заходят. Да, Георгий еще. Тут у меня свекла, он сходит уже. Красненько видно. Вот. А это мы еще в этом году даже не успели добраться до картошки. Надо было съездить на ремонт дома на Ползунова 6 в Барнаул. Отремонтировали немного дом. За это время вот трава за счет дождей выскочил вот осот. Здорово, надо будет его скосить. И как пахать буду, не знаю даже. Земля очень сырая. Ну так-то надо. Ну так вот. Милости Боже. Работа есть. Все, Николай Георгиевич? О, давай, давай, давай. Облака интересные там вдалеке. Вот он такое серенькое небо. Сегодня уже не раз дождик проливал на падении. Я тоже сегодня косил, занимался.
до обеда занимался там у себя, за домом, выкашивал участок. Ну там Николай Георгиевич начал вчера, а я сегодня закончил под картошку. Вот еще на Саманы съездил, там тоже за оградой все выкосил. Неделю назад, даже сейчас чуть больше, я уезжал, все выкашивал, сейчас опять большая трава заросла. Вот так вот. Ну что скажете, Николай Георгиевич? Слава Богу за все. Погода дает возможность. Да, по милости Божьей, это точно. Да. Я начала арбузы садить, а дождь меня застал, я ушла. Ну бывает. 10 штук посадила и все. Вас устраивает такая работа? Ну вопрос. Спасибо. Аллилуйя. Аллилуйя. Ну все, слава Богу за все.